Порежу чесночок. Мельчить не обязательно. На дно кастрюльки масло и отправляю чеснок обжариваться. Обжарить нужно буквально где-то минутку, максимум полторы. Добавляю протертые томаты. Немножко сушеной петрушки. Примерно где-то чайная ложка орегано. Также примерно чайная ложечка. Прям маленькая щепотка корицы. Вот так вот достаточно. На кончике ножа прям чуть-чуть. Лавровый лист, соль, черный перец, куриный бульон. Можно говяжий, не принципиально, важно. Выдавливаю половинку лимона. Прибавляю огонь и варю этот бульон минут 15, а то и 20. Теперь мне понадобится лук. Отправляю его в блендер. 2 яйца. Немножко красного чили перца. Щепотку сушеного базилика. Соль. Перец. Черный, растительного масла, и все это измельчаю. Добавляю фарш. Так, добавляю хлеб, предварительно замоченный в молоке, и теперь это перемешиваю. Форму сделали и в муку. Оп, оп, оп. Так вот панировочка. Оп, оп. Ага. Есть. Готово. Готовлю следующее. Слегка вот так отбить и в муку. Все готово. На сильном огне отправляю обжариваться тефтельки. Две минутки обжарились на одной стороне, переворачиваю и обжариваю еще две минутки. Так, и теперь заливаю соусом. Все, тефтели теперь будут готовиться здесь в соусе. Примерно где-то 20 минут. Огонь я убавляю. И добавляю я еще лимончик, сок. Накрываю крышкой. И 20 минут под крышкой у меня не готовится. Ну и самое приятное из всей готовки – это время пробовать. Запах стоит обалденный. Нежная, нежная, прекрасная тефтелька. Тает во рту. Эти травы божественно передают вкус. Кислинка чувствуется. Великолепный. Божественно шикарные. Великолепные тефтели. Без риса, приготовленные на сковороде. В греческом стиле. Это лучшее. Они действительно очень вкусные. Я рекомендую. Я прям очень сильно рекомендую каждому попробовать приготовить этот рецепт.
А всем, кому понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И впереди вас ждет много чего интересного. Всем пока!